В Ивановском зоопарке новый постоялец. Этого птенца привезли сюда из Лугского района. В результате сильного ветра гнездо аистов было разорено. Малыш просидел один без еды трое суток, после чего неравнодушные местные жители позвонили в зоопарк. Он был настолько легкий, настолько слабый, даже на ноги сложно было вставать ему. Когда начали кормить его рыбой, он, когда увидел рыбу, он прямо аж глотал ее с таким аппетитом, и мы его боялись перекормить, потому что долго обезвоживание, нельзя перекармливать, то есть животное может погибнуть. Привезли его сюда, начали постепенно кормить, потихоньку давать витамины. Сейчас аист чувствует себя прекрасно. Малыш окреп и уже привык к людям. В зоопарке на него большие планы. Он станет импринтом, то есть совсем ручным. Когда специалисты смогут определить пол, птицы дадут имя. Варианты уже есть. Все районы, где, откуда он взят, здесь, да, где он родился, это Лугский район. То есть, или если девочка, то это будет Лужка, если мальчик, то Лукал. А пока работники зоопарка зовут его просто Луша. Птица станет первым обитателем нового контактного зоопарка, который планируют организовать здесь уже в следующем году, чтобы маленькие посетители смогли не только посмотреть на животных, но и потрогать их. Наталья Романова, РТВ Иваново.